Леха, ты сзади летишь, да, я смотрю? Да, да. В километре. Судя по радару. Норму, блять, вот чё вот сейчас ждать опять? Чё, ничего хорошего. Тэпнуть трудно, что? Нет, я говорю, тэпнуть трудно, что ли? Сейчас, 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 блядь. Ну как хули, ты можешь это завтра лететь. Чё тебе да, делать? Вроде ничего не появилось. У меня 6 километров, высота 500. 200. Ну, тут... 200. Ну, ЗУшка 600 работает. Прицельно причем. Так что имейте в виду. Это этот вертолет за стеной лежит, да? Возле берега. Дробик, что на вертолете полетели? Ну, я 600 заберусь. Смотрите. 700 даже. Вот на мишке, слышишь, с пулеметом. Где-то. Ну, тебя не тэпнули? Нет. К технике. Попроси, чтоб тэпнул. А вы где, Вася? Ну, он тут в технике уже наспавнил. На севен. Возле какого города? Севен. Севен. Возле бандитского. Там... Или, кстати... или на МВ-22 полетели, грубо. Вась, квадрат, пока... скажи, какой там квадрат? Крепость. Я пока не трогай. Ой, сейчас скажу. Стоит. МВшки блядь, можете в расход. Севен, квадрат, 109, 243. В смысле дальше? Тут нормально все. Угу, все понял. Да ебать, Севен находится где? И на, где находится зоопарк? Вы не могли хотя бы в Белове поставить технику? Вань, тебе далеко? 900 метров. Да, 700 метров занял. Слушай, с Севена так-то ебать туда добираться. Да так я о чем и говорю, я не знаю, кто 13 кто сказал, километров. Я сказал. Ну ты, нахуя? Блядь, форман даешь. Так-то Белов ближе. Намного. Тавианский зоопарк, ты мышь? Да. Конечно. Там Белов рядом рукой подать. Гробик, ты где? Я бегу 800 метров. Слышу, верт работает. Слышу, верт идет. Ой, что-то я падаю почему-то. Так, ну я на ним. О, слышу, работает. Это мы тогда? Крапуза убили. Что тут за взрывы?